Как писали на форуме, теперь монкам не стыдно заходить в раздел ГДХ. Ну, типа, они теперь тоже могут нагибать. Действительно, неплохо они стали. Не знаю, они были-то с этим СЛД неплохие. Но я пока не могу прочувствовать, потому что у меня факела нету долбанного. Как только факел залутаю, я вам расскажу об ощущениях своих. Какие ощущения! Рассказал про ощущения, блин! Лол. Какая жесть. Я только подумал, сова, сейчас ты погибнешь. Выпрыгивай отсюда. Фу, хорошо, что у меня ЛД не было. А, я такой амулет потерял. Жесть. Ради этого стоило спеть. Вот тебе не самое. Ну ладно, ладно. Придется на YouTube залить. Блин, хорошо, что я факел не залутал. Это самое важное. Причем получил уровень и гуфнулся. Блин, это тупо было. Надо, короче, БТ было взять. А, я камни такие похерил. Так, давайте посмотрим, что я там похерил. Так, сейчас запись остановлю, чтобы потом ее залить. Хотя ладно, сейчас уже, в принципе, конец. Амулет, смотрите, какой похерил. Просто амулет. Давайте заскриним его. Остальное что тут? Ну, Иордан был отстойный. Ну, это фигня. Сапоги жалко. Это все фигня, это все фигня. Это у меня запаска есть. На самом деле у меня все есть, друзья. У меня нету проклятия пленных. Нету Гагока. Нету этого самого. Амулет у меня есть, как бы. У меня все есть. Самое обидное — это амулет и сапоги. Остальное у меня все есть. Ну ладно, чё. Это было неплохо.